Я проснулся посреди ночи. Сильно хотелось пить. В полудреме я прошел на кухню и на автомате наполнил стакан водой. «Что ты делаешь?» Голос младшего брата заставил меня подпрыгнуть на месте. «Идиот, я воду из-за тебя разлил!» Громким шепотом отругал я Сашу. «Давай играть!» «Ты совсем рехнулся, третий час ночи!» Я оглянулся на брата. Что-то меня в нем напугало. То ли странное поведение, то ли то, что он широко улыбался. Слишком широко и не моргая смотрел на меня. «Иди спать уже», сказал я. Я зевнул, потянулся и отправился к себе. Но как только я вошел в комнату, меня пробил холодный пот. В панике я залез под одеяло. Стало тяжело дышать, но возвращаться на кухню я не хотел. Я слышал, как он там бродит. Такие тихие детские шажки. Спросонья я не сразу вспомнил, что мой брат погиб 3 дня назад.